Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и сегодня мы заказали в Darknet Джейсона Вюрхиса. Какая игра и какой квест будет на этот раз, вы увидите прямо сейчас. Но перед началом не забывайте подписываться на мой канал, нажимать колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео, потому что я достаточно часто публикую их на своем YouTube-канале. Ну и еще одна маленькая новость, ребята, на канале, на моем втором канале Ясинская Pets тоже вышло новое видео. Так что после просмотра этого видео переходите по ссылочке в описании. Ну а мы погнали! Итак, ребята, вы все сейчас прекрасно слышали. Джейсон Вюрхис был здесь, и он озвучил свое задание. Наказание очень суровое, ребята, и мы должны пройти этот мистический квест. На все про все нам дается не более 10 минут. Поэтому, ребята, давайте уже начнем с первого конверта, на который показал Джейсон Вюрхис. Он сказал, что игра началась. Что, итак, что ребята, здесь первый конверт. Кстати, меня снимает мой оператор Дима. Всем привет. И мы всегда начинаем с первой комнаты, после чего мы передвигаемся в комнату номер 2. Ну, давай же ознакомимся. Итак, Дим, здесь какая-то цифра 20. Ребята, играйте вместе с нами, потому что очень многие задания здесь достаточно сложные, и я обязательно обращаюсь в комментариях и вижу ваши подсказки, так что пишите. Итак, конверт номер 1. Вы все смеялись надо мной, говорили, что я урод. Если вы не справитесь, я сделаю из вас уродов. Боже, какая жесть. Я загадал слово, вам нужно лишь отдать мне это. Наказанием будет удар электрошокером. Ребята, я думаю, что вы все не маленькие уже и знаете, что такое электрошокер. Но я думаю, что это достаточно больно. И если вдруг мы проиграем, я бы не хотела бы, чтобы это произошло со мной. Ладно, ребята, короче, здесь цифра 20. Пока что, на данный... Что она может означать? На данный момент я не знаю, что обозначает цифра 20. Дело в том, что я немножечко почитала информации именно на сайте Darknet, что написано про Джейсона Вюрхиса. Это полный псих. Когда он родился, отец их бросил, и у него начала развиваться какая-то болезнь, то ли опухоль, что ли, с мозгом что-то творилось его, и его лицо стало уродоваться. Он не ходил, как все, в школу, он воспитывался дома мамой, и, короче, в итоге потом они поехали в какой-то лагерь, и вроде как Джейсон утонул, но на самом деле он не тонул, он убежал в лес, жил в лесу, и после чего он начал убивать очень много и очень жестоко. И сейчас, ребята, мы играем против этого человека в мистический квест. Короче, смотрим вторую комнату. Я не поняла, что по первой подсказке там была цифра 20. Ребята, пишите в комментариях, что вы думаете, что может означать цифра 20. Итак, вторая комната, и здесь конверт. Конверт, видите, подписывается, то есть специально здесь обозначение того, что мы играем в мистический квест. Когда я смотрю на него, вижу боль. Страдания обжигают мою душу, я знаю... Вы все туда смотрите, но вот что вы видите? Может, свою гнилую душу, вранье или алчность? Вам всем придет конец. Что это за бред? Не знаю, ребята, проходим во вторую комнату прямо сейчас. Это подсказка. Это подсказка, я так поняла, что нам нужно будет искать либо вот эти цифры, либо какие-то предметы. Нужно отгадать, что это, чтобы искать там очередную подсказку. Когда я смотрю на него, вижу боль. На что может смотреть Джейсон Вюрхис и видеть боль? Страдания сжигают мою душу. Я знаю, вы все туда смотрите, но вот что вы видите? Может, свою гнилую душу, вранье и алчность? Все непонятно. Всем придется. Это зеркало? Это зеркало, скорее всего. Мы же смотрим в свое отражение. И он, когда смотрит на себя, и он весь такой изуродованный, значит, он видит себя в зеркале. Нужно искать что-то за зеркалом. Что может быть? Я не знаю, что-то должно быть за зеркалом. Нужно подвинуть, наверное. Подожди, может быть, приложить эту бумажку к зеркалу? Какую? А смысл какой? Не знаю, сейчас я посмотрю с этой стороны. Так, 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 так. Что, ты нашла все? Есть, какая-то есть бумажка. Что, что там написано? Я не знаю, здесь написано 6/6. 6/6 это 6.
В общем, короче говоря, следующая подсказка. У нас нет больше времени ждать. Мы оставим это здесь и идем в третью комнату. Итак, третья комната. Здесь сейчас мы находим конверт. Конверт. Давай зайдем. Сейчас нужно быстро найти необходимая подсказка, написана в этом конверте. Так, там жарко. Это место как ад. Мое лицо изуродовано. Вы все смеетесь надо мной. Черт, он полный псих, он психопат. И он постоянно акцентирует внимание на том, что он урод. О том, что его лицо изуродовано. Из-за этого у него что-то там пошатнулось в его мозгах. Он реальный псих. Так, смеюсь надо мной. Там жарко, как в аду. Я был там. Может быть, батарея, но она не такая жаркая, как в аду. Газ, духовка. Я думаю, что нужно искать в духовке, потому что духовой шкаф, там внутри жарко, как в аду. Не могу добраться. Она горячая, она работала. Она просто огонь. Не знаю, я не вижу. Давай я не буду доставать. Там число 25, по-моему, Дим. Число 25. Попробуй достать. Ай, жарко. 25. Черт побери. Короче, мы ищем какие-то цифры, ребята. И в итоге сейчас просто набор каких-то цифр. И я до сих пор не понимаю, что происходит. Походу, Джейсон Вюрхес здесь. Иди сюда. Джейсон Вюрхес только что был в нашей комнате, я слышала его там. Ребята, походу, он еще шпионит за нами здесь. Что он потерял? Нужно сейчас убедиться, то, что он ушел. Он что-то ищет. То, что мы должны ему передать. Скорее, скорее, теперь в четвертую комнату, пока что он на кухне. Закрывай дверь. Тихо, 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 тихо. Итак, ребята, четвертая комната. Четвертый конверт. Заходим, бегом. Давай, скорее, скорее сюда. Джейсон Вюрхес был прямо здесь, сейчас, в реальной жизни. Ребята, вы просто не представляете, он настолько страшный. Его лицо изуродовано и скрыто за маской, за железной маской. Он невероятный псих. И вы представляете, если я не выполню это задание, он просто меня шарахнет электрошокером. Я просто как представлю, что это действительно может случиться, мне становится просто плохо. Итак, задание следующее. Вы такие милые, семья. Я буду издеваться над вами постепенно, медленно. Вы улыбаетесь, такие красивые, но вам не справиться со мной. Я не понимаю. Ребят, если вы догадались, о чем идет речь, напишите прямо сейчас в комментариях, пожалуйста. Вы такие милые, семья. Я буду издеваться над вами постепенно, медленно. Вы улыбаетесь, такие красивые, но вам не справиться со мной. Блин, Дим, надо искать что-то здесь. Где мы, милые, где мы улыбаемся, я не знаю. Так, стоп. Фото. Фоторамка. Мы такие милые, улыбаемся. Что? Семья. Фоторамка. Может быть, что-то в этой рамке, я не знаю. Да, Дима, я нашла число. Следующее число, и это точно подсказка от мистического квеста. Число 14. Нужно проверить, где Джейсон Вюрхес. Я надеюсь, что сейчас он вышел из кухни. Его нет.
нам осталась еще одна пятая комната. Нужно быстро. Пятый конверт. Пятая комната и пятый конверт. Что здесь? Я же вам сказал, что вам меня не достать. Я псих. Черт. Псих. Открываем скорее комнату. Черт. Что здесь? Что означают эти все цифры? Подожди, я что-то вижу наверху. Псих. Ты нашла что-нибудь? Я нашла здесь изображение Джейсона Вюрхиса. И написано, что псих. С обратной стороны еще одно число. Один. Сколько чисел получилось? Что это может значить? Я до сих пор не догадалась, Дим. Так, сколько всего получилось цифр? Так. Раз. Один. 20, 25. 6/6 и 14. Это что это как их можно сложить? Сложите, что получится какое-то число, а нам нужно назвать слово и что-то отдать. Нужно что-то отдать Джейсону Вюрхису. Слушай, а это вот что? Слушай, если у нас есть вопрос, может, можно воспользоваться какой-то очередной подсказкой? Да. На этот раз в конверте. Это азбука. Но это не просто азбука, это азбука с цифрами. Алфавит. Русский алфавит с цифрами. Цифры. Воу, смотри. Так, цифра 1 это А. Возможно, это слово начинается на А, так? 1. Так, 20. Что за буква 20? Т. Значит, А, Т. Запоминайте им. Так, 25. 25 буква. Смотри, 6. Че. Две буквы Е. Две шестерки, это значит две буквы Е, да? Две буквы Е. Е и 14. 14 буква М. М-А, 2-Е, Ч-Т. М-А, 2-Е, Ч. Мачете. Мачете у Джейсона Вюрхиса должна быть. Ты видел, он был без нее. Чем он рубит всех? Это мачете. Мачете, это меч какой-то. Мы должны искать меч. Я не знаю, где его искать, Дим. Мы все комнаты обошли, мы должны найти мачете. Стоп, что это? Там что-то есть. И это что-то, скорее всего, должно быть мачете. Снять. О, есть. Итак. Да, это мачете. Дима, нам нужно это отдать. Отдать прямо сейчас Джейсону Вюрхису. Он идет! Мы должны передать мачете Джейсону Вюрхису! Джейсон Вюрхис! Это слово мачете! Держи, мы нашли его, мы справились! Ясинская, и до новых встреч в новых мистических квестах. Пока!